детей. И наша партия, она, конечно, присоединилась. И вот все, что вы сейчас видите, это танцевальные коллективы на сцене, это детки, которые зрители, это все дети, собранные нашей партией, это дети нашего коллектива города Чернигова, которые решили присоединиться к акции, которая начиналась утром на площади, которая называлась «Мы убираем мир». А что за листы миру они сегодня пишут? Вы знаете, дети, как оказалось, очень сильно актуально обсуждают проблему мира в нашей стране. Причем начиная уже даже с двухлетнего возраста. Все очень переживают и все очень хотят этого мира и ждут его. Поэтому самым актуальным они уже не пишут письма родителям, что они хотят, или Деду Морозу. Они просто пишут письма нашему президенту, просто кому-то, вселенной. Они просто отправляют свои послания о том, что они хотят жить в мирной стране, в комфортном, уютном городе. Они очень об этом переживают. Это радует, что наше поколение все-таки вырастают детки, которые хотят думать о мире. И значит, мы будем жить в мирной стране. Дети приехали из Ежина, Щорса, Скуликовки, Чернигова. В общем, вся область была у нас здесь. Дети танцевали танец на тему «Мы убираем мир» под песню «Я, ты, він, вона, разом цілая країна». Песня старая, Софія Тари. Мы перевели ее на украинский язык, сделали новую обработочку и станцевали. Вот, дальше парад перешел сюда, в горсад. Здесь дальше у нас развожальная программа концертная. Детки танцуют, поют. Мы им делаем видеопрезентации с лозунгами о мире, которые потом будут выставлены в интернете. Много фотографий, в общем, мыльных пузырей, там, блесток, детская дискотека. В общем, все в поддержку мира в нашей стране. Дуже гарний захід, і всі наші дітки долучилися до того, щоб написати листи мира. Ми бачимо, що бажають вони, щоб Україна була вільною, незалежною. Дітки хочуть, щоб Україна була без війни. Ми також запропонували їм побажати, що вони хочуть отримати від цього року. Вони записали, що хочуть, щоб мир, кажуть, що всі вболівають за єдину Україну. Дітки у нас дуже активні і гарні. І я вважаю, що ми зможемо з такими юними ентузіастами добитися миру і будемо в Україні. Загода. Слава Україні! Слави і процвітання! Слави! І процвітання! Щоб в Україні панував мир і щоб вона пережила цей складний час.